Бурятии продолжают поиски 16-летней девочки, которая 3 недели назад ушла из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Бичурском районе. Она покинула учреждение вместе со своей 14-летней подругой 27 сентября. Сначала сотрудники думали, что школьницы вернутся сами, однако этого так и не произошло. Младшая девочка буквально вечером 20 октября вернулась в центр помощи детям, самостоятельно решила, что нагулялась, и хватит. Известно, что с ней все хорошо. Поиски второй пропавшей девочки продолжаются. Приметы пропавшей 16-летней девушки: европейская внешность, среднее телосложение, рост около 160 сантиметров, осветленные волосы. Поскольку поиски длятся больше 3 недель и пока не приносят результата, следователи завели уголовное дело по статье убийства. Это не значит, что мы подозреваем, что школьница была убита. Возбуждение уголовного дела в случае, если человека не могут найти долгое время, является стандартной процедурой, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.